Ну ничего себе, уже сразу первая аномалия. Ты вообще кто? И как тебя зовут? Генеральный выдал нам 19 800 баксов. И эта конструкция будет вот такого размера. Да, господин, мы готовы начать работать на вас. Да, я полностью доволен. Хорошо, весьма. Перед началом этого видео, друзья, пожалуйста, поставьте большой пальчик вверх под этим видео или большой пальчик вниз под этим видео, я не против. Нам нужно собрать 1000 больших пальчиков вверх на следующее и напишите слово продолжение, чтобы увидеть продолжение. Также я рад буду почитать все ваши советы. Также я на этот ролик убил целый день, поэтому, ребятки, пожалуйста, я надеюсь на вашу поддержку. Все-таки строить СПЦ базу с нуля... адски сложным, ребят, адово сложно. Поэтому я очень надеюсь на вас и надеюсь на ваше то, что вы правильно оцените мои труды и не пройдете равнодушными. Minecraft.ru – самый полезный сайт по Майнкрафту в Рунете. Скины, читы, моды и много всего. Друзья, с вами снова Александр. У нас сегодня СПЦ, серия какая-то там, я уже запутался, их очень много. И сегодня мы начинаем строить свою базу 21 или 51. Нет, 20. Мы находимся с вами в небесах, над океаном. Как видите, ничего удивительного. Так, дайте флай включу, как русский человек. Теперь, где-то здесь, в районе... Нам понадобится, чтобы покупать всякие интересные ресурсы. Чтобы я поменьше мотался в город. За ресурсами. Так, ну это какие-то небесные крестьяне, так понимаю, да? Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла. Торговать я могу только с ней. И пока что они покупают сидры и дают хлебушек. Так, древесины у меня нет, господа. Это какая-то малоприятная аномалия. Находится на соседнем острове вместе с нами. Мы обязательно к аномалии вернемся. Он, видите, меня цапнул сразу на 8 сердечек. Я только на нее посмотреть успел. Ты вообще кто? Дедушка. Ты кто? Мама. Какой-то античеловек. Так, окей. Также наш спонсор генеральный выдал нам 19 800 баксов. И это классно. Эти баксы можно снимать в электронном виде. Но, допустим, давайте 1000 долларов нажимаем, получаем. Теперь у нас чек на 1000 долларов, который мы можем взять с собой и пойти купить в магазине что-нибудь, дать нас атому и так далее. Если нам чек не нужен, мы правой кнопкой мышки клацаем, и все эти 1000 долларов благополучно отправляются к нам на банковский счет. Но это у нас типа банкомат, типа интернет-банк и типа все остальное. Но это... Сами понимаете, Майнкрафт. У нас есть еще магазин. В магазине мы можем купить всякие руды. Алмазы по 300 баксов стоят. Хорошо, по 25 долларов. Продавать мы можем пока что только ценные ресурсы. Каждую серию, естественно, набор купли-продажи у нас будет меняться. Не без этого. Продаем мы ненужное в эту штуку. А потом эта штука продает все это нужное кому-то из торговцев. Твою же налево. У меня есть план, жестокий и коварный. В принципе, стоякашка он такой. Он редко, когда бесится. Да, у нас еще один стоякашка уже есть. Все хорошо в этой жизни. Наверху у нас нет ничего, как видите. Это просто дизайн. Здесь тоже ничего нет пока что. Слушайте, я тут всю ночь пропердел, не работает. Придется по старинке костной мукой пользоваться. Да. Так, а где же мне материал? А, мне придется деревянный. В будущем, конечно же, всю работу на базе буду делать не я, а буду делать у нас носатые мужики. Мы решили обойтись без жестокости, как вы помните. И мы решили обойтись без сотрудников D-класса. Мы их заменим носатыми. Носатые вроде как не люди, поэтому их не жалко. Не, ну а чё? Я вообще не прав еще, скажите? Господа, я нашел камень. Забыл сказать, ребятки, что эти персонажи, торговцы, естественно, не хотят принимают только наличку, только монетами, и монетами же выдают. Так что тут получается две валюты у нас. Окей. Господа, давайте проверим интуицию, сколько мне саженцев достанется с этого дерева. Господи, какой мне фигню приходится страдать. Так, очень надеюсь, что этого хватит. Хотя бы на наковальню. Ладно, погнали. Ребят, погнали. Крафтинг, крафтер. И это, конечно, не то, что дорого, но, блин, я заколебался его крафтить, ребят. Серьезно, без шуток. Это какой-то миллиард лет и так далее. Так, давайте посмотрим, что мы можем скрафтить здесь. Фух. Окей. После долгих раздумий я пришел к выводу, что нам понадобится
фонтан молодости SPC-006. Почему? Потому что это можно продавать как медицинский препарат у нашего замечательного спонсора. И обратите внимание, что нам сначала нужно скрафтить камеру для этого фонтана, и эта камера обойдется нам в 160 маленьких бумажных кусочков. Где взять бумажные кусочки? Конечно же, с монстров. Для этого я построил площадку, и давайте поставим сюда ворота, наконец-то. С умом тратим время. Почему-то... А, сейчас еще день. Угу. Так, ребятки, что-то наконец-то заспавнилось полгода спустя. Полночи прождать пришлось. Давай. Иди сюда. Иди сюда. Так, осторожно, осторожно, осторожно. Мне не хочется терять с тебя лут. О, два кусочка, значит, 160 кусочков. По-моему, количество их рандомное. Давай, мужик. Сколько у нас? Из него три штуки выпало. Окей, значит, все-таки фармить нам придется очень долго. И мы сейчас сделаем звук потише. Да-да-да-да-да, вот так вот. Ждем. Это что еще за наркомания? Наркоманы, наверное. Тихо-тихо-тихо-тихо. Зараза. Ты мне всю малину испортил. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Снайпер среди нас. Короче, это надолго, ребят. Все, готовы, ребят, после долгих мотарств. Готовим документ. А, нет, стоп, подожди. Нам нужно скрэп положить сюда. 180. Так, это примерно 180 штук. Make document. Окей, теперь нам нужно найти место, куда мы его запихнем. Скорее всего, как я уже говорил, мы будем ставить все поближе к центру. Ну-ка. Как хорошо, что инструменты, кстати, не ломаются, обратите внимание. Нет-нет-нет-нет. Я туда не хочу, мама. Наверное, нам придется использовать... Я хочу вот сюда сделать дырку, потому что это как раз я буду сам для своего увлечения использовать. Потому что мне еще фармить монстров и фармить их вот сюда. Окей, смотри. Дальше. Мы зажимаем Shift, правой кнопкой мышки клацаем. Так, давайте пообретим это. Так, я поставил превью, Shift правой кнопкой мышки. И эта конструкция будет вот такого размера. В принципе, стоит того. В принципе, близко к центру, близко к кухне, все. Я доволен. Очень доволен результатом. Единственное, что коридор придется построить. Потому что коридоры как-то... Давай. Давай, я согласен. Что-то пошло не так. Совершенно внезапно нам к этой камере нужна карточка 4 уровня. Окей, хорошо. И нужно будет, кстати, переход сделать красивый. Дальше страдаем фигней и собираем лютики и цветочки. А почему бы и нет? О, мне повезло сегодня. Мне... Подожди, красный цветок, иди сюда. Все, карточка 4 уровня готова. Так. Забавно. Карточка 4 уровня работает на замках 1 уровня. А... Так, нет! Нет! Извините, ребята, просто у меня живые воспоминания от общения со старикашкой. Все, наконец-то я вылечусь. Давайте, допустите меня. Ой, боже мой. Инсенцептор, хейноцептор, бла-бла-бла. Да вы издеваетесь! Мне еще карточка 5 уровня теперь. Я вот чувствую, что какая-то жопа будет. Забавная вещь. SPC-006 восстанавливает все, включая даже, как его называют, мое здоровье и мою сытость. Что меня несказанно радует, потому что еды на базе пока что очень мало. Наверное, будем все-таки общаться с мужиками и что-то им продавать. А, я им продам древесину, куплю у них хлеба. Вот, наконец-то я вспомнил, где я видел еду. У мужиков купил. И им же я ее продал сегодня. Именно поэтому мне и взялся хлеб 10 штук. А я не мог вспомнить, где я его взял, где еще можно взять. Благодарю за просмотр, за подписку, лайки. Если вам здесь понравилась наша экономическая стратегия выживания в небесах, обязательно пишите в комментариях. Предлагайте, на чем мы еще сможем заработать на следующих СПЦ. Такие дела. Герон, какая классная атмосфера. Ты хорошо поработал. Я открываю тебе следующий транш уже на 100 тысяч баксов. Давай уже начинай нанимать людей. Единственное, конечно, это большая глупость, то, что у нас
Стрик находится в центре базы. Я тебе не советую. Найдешь ты еще много из приключений с этим персонажем. Я понимаю, но в конце концов он пока что находится в состоянии покоя, которое может длиться месяцами. Так что у нас еще есть время, чтобы предпринять события. И все, я надеюсь. Да, воду мы будем продавать под видом целебных вод. У меня есть специальная компания в Израиле, которая якобы будет и выпускать эту воду. Ну, ты понимаешь. Мы же не можем рассказать чиновникам, что мы эту воду просто используем аномалию в своих коммерческих целях. Мы не можем рассказать этого никому. Ну да ладно. До встречи, друзья. Подписывайтесь, лайк, комментируйте.